Привет, с вами Роман Корнев, и вы на канале «Профессиональном трейдинге». Сегодня мы поговорим с вами об одном из самых мощных инструментов трейдера, как начинающего трейдера, так и профессионального трейдера – это экономический календарь. И на этой неделе можем заработать на повышении процентной ставки в Великобритании. Кстати, не только повышение процентной ставки в Великобритании планируется, новость об изменении будет еще также в Швейцарии, Великобритании, как я уже сказал, и в Америке, да, ФРС США тоже будет выпустить новость об изменении процентной ставки. Но в США уже процентная ставка 5,5, и скорее всего она не будет повышаться. Просто будет новость, будет волатильность, на которой тоже, кстати, можно заработать. А вот в Великобритании 5,25, и скорее всего ставка будет повышена. В Швейцарии там 1,75, там с высокой вероятностью тоже будет повышаться, потому что все, как правило, тянутся к Америке, поэтому я думаю, там потенциал повышения еще есть. Давайте посмотрим экономический календарь и текущие значения новости. Итак, в четверг, 21 сентября, в 14:00 по Москве будет новость решения по процентной ставке Великобритании. Предыдущее значение было 5,25%, а планируется повышение до 5,5%. Что это означает? Это означает, что если ставка поднимется, то, скорее всего, курс британского фунта повысится, и можно заработать на росте этого курса. То есть купить британский фунт перед выходом новости и после выхода новости, когда цена двинется наверх, можно заработать. Если даже цена не повысится, останется на месте, то вы ничего не потеряете. А если цена все-таки по какой-то причине снизится, то вы можете выйти по стоп-лоссу, используя риск-менеджмент. Как правильно использовать риск-менеджмент, я рассказываю на своем курсе обучения. Это базовый курс для начинающих. Если вы только начинаете изучать финансовый рынок, обязательно переходите по ссылке в описании на мой канал, и там под любым видео вы можете перейти по ссылке на мой сайт и ознакомиться, бесплатно скачать программу моего обучающего курса. Теперь давайте посмотрим на график британского фунта, а также посмотрим другие валютные пары. Я покажу свои разворотные точки прямо на графике. Что мы здесь видим? Сейчас британский фунт находится в устойчивом нисходящем тренде и приближается к линии поддержки. Давайте посмотрим на таймфрейм H4. Мы видим, что цена приближается, и когда она достигнет этой линии в районе цены 1.2309, то можно будет купить и заработать на росте, потому что высокая вероятность того, что цена отобьется и пойдет наверх. Бирюзовыми прямоугольниками я показываю свои разворотные точки, в районе которых сам совершаю сделки и на них зарабатываю. Кстати, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылке на экране или по QR-коду на экране. Там я публикую не только свои разворотные точки, но и новости, на которых мы зарабатываем. Из экономического календаря за полчаса до выхода новости я всех предупреждаю на новостях, о новостях, на которых мы зарабатываем. Теперь давайте посмотрим золото. Кстати, по золоту на прошлой неделе я проводил стрим. Каждую среду я, кстати, провожу стрим в 19:30 по Москве. Поэтому переходите по ссылке в описании к этому видео и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать стримы, где я даю полезные сигналы. Там я давал три сигнала, все три они отработали. Один на 150, второй на 250, третий на 350 пунктов, если не ошибаюсь. Все, кто продавал золото по этим сигналам, заработал. И сейчас цена золота пробила вверх все эти линии сопротивления и уже возвращается обратно. Когда она вернется к этой зоне, обратите внимание, бирюзовым прямоугольником я обозначил зону проторговки. Когда она дойдет до этой зоны, высока вероятность, что от нее она отобьется. Здесь я буду покупать и зарабатывать на росте. Теперь давайте посмотрим серебро. Контракт по серебру показывает тоже хорошую динамику, вот такую консолидацию. Две предыдущих разворотных точки тоже хорошо отработали. Нижняя так вообще пункт отработала и уже показала рост 982 пункта. Я жду, что цена может подняться до верхней линии сопротивления, и когда она до нее дойдет, то отсюда можно будет продать и заработать на снижение. Это в районе цены 24.348. Следующая валютная пара — евро, японская иена. Кстати, обратите внимание, она находится вот в таком вот коридоре интересном. В таких боковых трендах очень удобно запускать мой торговый робот в режиме buy-sell. Он зарабатывает при движении цены вверх и вниз одновременно, неважно куда пойдет цена. Кстати, если вам интересно потестировать мой торговый робот, переходите по ссылке в описании на мой канал, там пишите мне в Telegram, я расскажу, как получить робота бесплатно. Если вы торгуете вручную, то вот на H1 видно, что когда цена дойдет до линии поддержки, отсюда можно будет купить и заработать на росте. Это в районе цены 156.666. Ну, еще одна валютная пара, которую мы с вами посмотрим, это евро-фунт. Также находится вот в такой консолидации, в неком треугольнике. Предыдущий мой сигнал четко отработал на продажу. И теперь я ожидаю, что цена может снизиться к линии поддержки. Когда она дойдет до линии поддержки, можно будет купить и заработать на росте. Это в районе цены пока что 0.8556. Еще несколько сигналов и разворотных точек по другим инструментам я подготовил в полном обзоре. Смотрите на моем канале по ссылочке в описании.
Также напоминаю, что если вы только начинаете изучать финансовый рынок, то рекомендую пройти базовый курс для начинающих. Программу можете скачать у меня на сайте. Ну а если вы хотите получить торгового робота, то переходите по ссылке в описании на мой канал. И там по ссылке в описании к любому видео найдете мой телеграм, пишите, я расскажу, как его получить бесплатно. Ну и, кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы не пропускать новости, в частности, новость на этой неделе о повышении процентной ставки в Великобритании, чтобы на ней обязательно заработать. Желаю всем успешной торговой недели, торгуйте с удовольствием, всем пока!